17 ноября – день участковых уполномоченных. В настоящее время в органах внутренних дел служит более 54 тысяч участковых. И именно они являются универсальными солдатами правопорядка. Об одном из них вы узнаете из материала нашего корреспондента Людмилы Медведевой. Участковый уполномоченный Развилковского отдела полиции Ленинского района Юрий Георгиев обслуживает территорию городского поселения Горки-Ленинский около 5 лет. Его уже хорошо знают жители, он их тоже. Случается так, что даже на улице участковому приходится вести стихийный прием населения. Вопросов у жителей много, а вездесущие бабули знают все и вся. У кого что украли, как себя ведет молодежь, кто дебоширит в квартире. В нашем доме появился человек, очень шумный, пьяный, всех обзывал, всех и это. Он пришел, поговорил с ним, много сидел, много все. После этого прекратилось безобразие. Юрий Георгиев пришел работать в органы в 1999 году. Начинал с патрульно-постовой службы. В 2001 и 2006 годах в составе сотрудников тогда еще милиции осуществлял правопорядок в Северо-Кавказском регионе. Первый раз на 3 месяца, второй раз на 3,5 года, подольше, конечно. Охраняли отдел полиции, их как бы ездили на зачистки. В то время выборы у них проходили тоже, участвовали в выборах как бы по охране порядка общественного. Участковый, говоря высокопарно, универсальный солдат. Он обязан разбираться в тонкостях работы, входящей в компетенцию большинства основных служб полиции. Он должен работать не только по административным, но и по уголовным делам. Опрашивать свидетелей преступлений, собирать информацию о жертве или преступнике, проверять у охотников условия хранения оружия и многое-многое другое. Одним словом, участковый отвечает за все, что происходит на его территории. У него стремление, блеск в глазах, а это немаловажно. Вы даже вот смотрите на него, и вот есть люди, которые вот уже неинтересны ему, все пассивно, все из-под палки. А когда у человека блеск в глазах, уже вот и результаты работы, и мнение жителей, они все вот говорят, вот, что да, участковый, в принципе, один из лучших. Хочу поблагодарить, что когда бы я ни позвонила, у нас много вопросов. И тоже ходят вот гастарбайтеры эти, много ходят. Здоровья желаю, счастья, благополучия в работе. Но трудная работа их, трудная, потому что мы народ, бывает порой, неблагодарны. В составе городского поселения Горки-Ленинские 9 населенных пунктов, плюс садоводческие товарищества. Да плюс, что скрывать, миграционная обстановка. Работы у Юрия много. Во всем надо разобраться, во все надо вникнуть. Так что служба у участкового и опасна, и трудна. Бояться не стоит. Если бояться, то значит полиция не работает. Несколько слов о личной жизни. Юрий Георгиев женат, имеет 2 детей, сына и дочь. Все они гордятся своим отцом и мужем. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.